Александр Черников, 22 номер. Владимир Крикунов, естественно, недоволен. Стоп, Варламова забыли с ворот убрать. Вот в чем дело. Семен там притаился аккуратненько. Говорит, можно я посмотрю по центру на действия своего визави? Нет, на лавочку никаких вопросов. Черников, скорость большая. Забросил в домик вратарю. И Александр Черников, 4-0. Таким образом, нападающий ярославского «Локомотива» с 22-м номером на спине забрасывает свою третью шайбу в этом сезоне. Мастерски разобрался с вратарем. Ну и, конечно же, очень и очень доволен, как и все.